всем привет, дорогие друзья, с вами снова Влад, и мы продолжаем играть в Horror Thief. Да, я-то думал, что это стелс-экшен, а оказался, что это на самом деле хоррор. Ну, как хоррор, это глава такая, которой просто, блин, до мурашек трясет, потому что здесь какая-то реальная лечилка по наподобие Outlast или... Короче, амнезия, что-то вроде амнезии вместе с Outlast'ом. Ну, в смысле хоррора, имею в виду. По ощущениям, такая же фигня. Поэтому мы находимся в этой лечебнице Мойры. Мойры. Что, почему такое имя беспонтовое? Господи. Все мертвы, кроме теней. О боже. Их унесли тени. Тени голодные. С тех пор... Что-то не нравится мне это все. Вся эта тарабарщина. Потому что здесь действительно жутко. Мы вообще пришли сюда ради одной единственной цели. Эрин, по-моему, находилась в этой больнице. Непонятно только, что она здесь делала. Но, по крайней мере, я так думаю, что она здесь лежала. Каким-то образом, и мы решили выяснить. Да, она нам сама сказала, в образе призрака, когда явилась. О, боже. Ой, здесь реально происходят плохие вещи. Как же меня мурашки перебирают просто. Что это за кнопки, а? Нажимаю, потом бах. Выпущу какую-нибудь хрень. У нас проблема с заключенными! По-моему, я начинаю чувствовать призраков, друзья. Ну, так как это стелс, возможно, нам удастся скрыться. Я не знаю, блин. Ух ты. Так, ну тут вроде все есть, все живы. Что делают эти кнопки? Я так и не пойму. Так, давайте движемся аккуратно, потихонечку. Просто на цыпочках. Ой-ой-ой. Потому что такая жуть, что просто непонятно. Так, давайте вообще лучше не будем заглядывать сюда. О, господи. Твою мать. Эти двери не открываются. Где-то внизу должен быть генератор энергии. Ну, конечно. Генератор. Знаете, мне все это напоминает еще больше Outlast, потому что... недавно на канале, ну как недавно, месяца три назад мы играли, наверное, в Outlast с вами, если вы не помните. И там была просто, блин, аналогичная ситуация вот этой вот. Так, вскрыть замок. Ну мы это любим делать, особенно в такой психушке. Так, надеюсь, стоило. Опять. Ну все, ловушка уже сработала. Так, обуздание Примали. Ритуал по обузданию Примали потерпел страшную неудачу, но, возможно, есть еще надежда. Энергия вошла в слишком слабый сосуд. Я не понимаю, как это произошло, но должен быть способ вернуть ее в камень. Стоп. Неужели Эрин была тем самым сосудом? Вы же помните начало. Да. Вот это дела. Так, мы не прочитали один документик там. Очень много документов здесь, поэтому... если кому-то не интересно вдруг, то советую просто перелистывать. Точнее, перематывать на другое. Ну, на тот момент, где я уже не читаю. Так...
Что-то мне подсказывает. Так, да, документы. Давайте это тоже возьмем. Что-то их так много тут. Ни в коем случае не открывайте двери, когда комната занята. Уход от мерзких забот успокаивает душу. Записки беглеца. Уходи по-тихому, не обращай внимания на нефть и стекло. Они для твоей же защиты. Зажги факел и жди меня в доках. Я не знаю, что это за твари, но если кто-то из них тебя увидит, подожги, ублюдка, и драпай. Буду ждать. Вот это руководство к действию. Мне кажется, нам придется сейчас такую же хрень устраивать. А у меня стрел огненных нету, да? Пит, сделай мне одолжение. Лифт в исправительное сейчас открыт для всех, кого... Кто угодно может спокойно войти туда и поехать на закрытую территорию. Установи, пожалуйста, замок не только ради безопасности тех, кто находится в исправительном. Это для всех пациентов приюта. Что, если кто-нибудь из подобных Ханфилла вырвется? Пациенты верхних этажей будут беззащитны. Ой, тут еще и опыты какие-то проводились. Да ну вы шутите вообще, блин. Что нахрен за бред тут происходит, а? Отлично. Так, у меня жизни же нету. И концентрации тоже. Но сейчас хоть жизни появились. Генератор, генератор. Вот оно, да? Так, я сейчас включу и, блин, я... Твою мать! Как он громко запустился. Вы бы только знали. Так. Выйти. Ну ладно. Чё он такой громкий-то, а? Капец вообще. Так. Ну, соблазн. Ладно. Никого нету. Ой-ой-ой, стоп. Почему ворота закрылись? Да ну вы чё, блин, шутите что ли? Вот мне интересно, что сейчас произойдет? Опять эта дверь. Да ну кто там нахрен ломится, а? А, вот теперь там их можно открывать. Нет, нет, нет. Вы же не хотите сказать? Одна. Ой-ой-ой. То, что было в той комнате, сейчас, походу, может вырваться сюда. Так. Хорошо. Допустим. Но почему так тихо? Специально, что ли? Хотят меня напугать? Ребят, да вы что? Почему вот эта комната не открылась? А? Тихо, тихо. Так, спокойно. Заходим. Главное, эта комната бы не открывалась вообще. Так, нам сюда? Надо выкачать примали с девчонки. Но не давайте ей умереть. Ни в коем случае. Ты знаешь, что такое страх, да, Гарри? Оказаться в клетке. Быстрее! Она отравляет прималь! Я все порчу. Примали опасно. Ее надо контролировать. Такое, блин, нечто происходит вообще. Нет! Скорее, вынесите ее. Она слишком важна и не должна умереть здесь. Ой. Бесполезно. Я отведу ее обратно в тюрьму. Я думал, ты умерла, но все хуже.
Той ночью ты украла Прималь. Угу. И теперь барон хочет ее вернуть. Они говорили о какой-то тюрьме. Мне придется спуститься еще глубже. Вот этого мне еще не хватало, а. Господи, куда нас заведет эта девчонка? Так, а там, походу, психи, которые не хотят меня пропускать. Ладно, настройка. Перед началом операции тщательно настройте машину. Сорви покров, срывающий врата души, чтобы открыть путь к выздоровлению. А, хорошо, хорошо. Вон те при... как призраки? Не призраки, а пациенты. Они все еще здесь. Я не думал, что они будут здесь патрулировать что-то. Но, видимо, их можно закрывать. Так. Ладно, сейчас давайте сохраним прогресс, потому что нам уже кое-что стало понятно. Она Прималь украла и ее забрали. А Гаррета куда дели? Вот в чем вопрос. Так, тихо, тихо. Парень на панике, явно. Хватит уже! Покажись! Отлично. Вы... Понятно, это свет выключает. А там я уже искал. Так. Ну ты ж тупой, ты нифига не поймешь. А, его же... Как не здесь? Слушайте, а его можно оглушить, а? По-любому же можно оглушить, да? Это как на кролика. Тут никого нет. Убежал, небось. Да. А вот это уже по-нашему, друзья. Ну что, парень? Да выёживался? Какие страшные скелеты. Что это стучит, а? Ты не будешь оживать, надеюсь. Так, хорошо. Да что это стучит? Так, выключаем свет. А. Бабочки, потому что свет нам не нужен. Так. Ого. А, ну понятно. Сейчас мы будем, короче, исследовать все эти темницы. Да, Гаррет, зачем ты залазишь на этот постамент? Здесь был проход. Хорошо. На самом деле, знаете, по-моему... Вдыхай воздух. А, вдыхай ты... Вдыхай воду. Ты балуешься здесь, парень. Воздух. Придурок балуется. Так, новый документ. Выбирайте орбитокласт с учетом толщины черепа пациента. Слишком живое воображение, первый признак безумия. Да уж, стерилизация. Мойте инструменты. Так, ну здесь, короче, инструкции разные. Не думаю, что это интересно. Бабочки в папоротнике лет. Парень, по-моему, тебе пора отдохнуть. А мне выключить свет. Вот так вот. И здесь тоже, кстати. Потому что это будет безопаснее для меня и для окружающих. Так, это тоже инструкция. Вдыхай воду, вдыхай свет. Или выдыхай свет. Ну, неважно. Я тоже хочу поиздеваться, парень. Не, ну... Слушай, ты же врач, да? Ты врач? Ну, блин, тебя довели, походу, вообще серьезно. Ух ты. Ух ты. А вот это... Уже. Там они изменились. Замолчи.
изменились. Тебе бы говорить, придурок конченый. Так, ну вырубаем свет везде. А, блин, прикольно вырубать свет вообще. И игра, замечу, сменила такой свой хоррорный оттенок на более экшоновый. А я нет, это не то. Шоковая терапия. Ну, это тоже. Во время курса терапии не обращайте внимания на дискомфорт пациента, мгновенные боли, целая жизнь в здравии. Ну, конечно. Не обращайте, если даже он сдохнет, там тоже не обращайте. Так. А, как я помню, мне нужно вниз. Ой-ой-ой-ой. А там внизу-то очень хорошо. Хорошо, блин. Капец там полный, по-моему, творится. Так. Я пока спрячусь сюда, вы не против? Ох ты, господи. Тот корябал. Супер, блин. Вот хорошо, что я не стоял здесь. Так. Ну, он у нас... Да ну нафиг. Еще и взламывать его надо. Ну, молодцы, ребята. Вообще, блин. Более чего-нибудь оригинальное не придумали, а? Так. Ну, если сейчас какая-то барабашка здесь пробежит, мне хана. Так прикольно стрелы выглядят справа. Вы, наверное, их не видите, но... Блин, круто. Колчан такой за спиной торчит. Так. Старая тюрьма. Хорошо. В смысле, плохо. Какие-то шумы. В смысле... Какой-то шепот был. Огненная стрела. Знаете, надо перемещаться здесь очень аккуратно, потому что... Мало ли что там может быть, а? Ой-ой. Выключу свет срочно. Так. Опять какие-то тени. Твою мать. Я не хочу сюда идти. Кто здесь опять бегает, а? Хорошо, хоть меня не видно. Страх господний. Какие-то грибы, блин, инопланетные. Ага, я же видел это в тех снах. Да-да-да. Отлично, съели маг. Подзарядились, блин. Вот хрена ли ты ешь маг, блин. Когда у тебя такие галлюцинации. Так, блин, без мага. Вот он. Ой, зачем мы это делаем? Кто это? Кто это? Неужели эти... Это эти опыты. Блин, те люди, на которых опыты ставили. Выключим свет. Нафиг, нафиг, нафиг. Не нужно нам такого добра. Ух ты. Что это такое? Навыки концентрации. Офигеть, у меня все на единичках. Так, ловкость. Способность быстро украсть несколько предметов у ничего не подозревающей цели. Чутье. Способность видеть звуки, исходящих от врагов на небольшом расстоянии. Бой. Способность оглушать врагов одним ударом. Ага, нет, мне это не нужно. Так, концентрация, стрельба, скрытность. Вот это мне подойдет. Так, а у меня же еще 2 очка. Офигеть. Или подожди, или 8 доступно. Ну, короче, сейчас мы давайте. Ловкость, чутье. Вот давайте чутье откроем. 1 доступен, ну да.
и скрытность. Потому что мы охотники в тени. Блин, а я забыл даже, что есть тут такая фишка. Да я даже и не знал, представляете? Дошел до 5 главы и не знал об этом. Ой-ой-ой-ой-ой. Но походу вот здесь они ходят уже, не скрываясь от нас. Не подходить к пациентам, не говорить с пациентами, не верить заявлениям пациентов. Пациенты лишены свободы для их же безопасности. Ну да, мы видим, как они лишены свободы. А они нас хорошо видят. Эрин действительно держали здесь. Надо проверить все камеры. Найдите камеру Эрин. Ох уж и доставучая эта игра. Карта впереди у нас нормальная такая, обширная. Выключаем свет, потому что... Ну, потому что нефиг тут ходить в свет, при свете дня. Я видел много тюрем, но ничего подобного этому. Ой, кто же это, эту тюрьму основал, а? Ну, хотя зачем такие вопросы глупые задавать? Это же барон. А, тихо, тихо. Господи, меня этот колчан, блин, пугает. Я думал, это этот придурок, который пациент наш любимый. Так, обшарили все, что возможно. Давайте просто спокойно пойдем обследовать территорию. Я не знаю, куда он убежал, этот пациент. Но здесь его больше нету. Надеюсь, наше умение, скрытность, которую мы только что прокачали, пойдет нам на пользу потом. Вот он. О боже. О боже, я не заметил его. Нет, давайте туда не пойдем, а. Потому что он еще на стороже. Короче, реально их тут не видно, блин. Надо концентрацию включать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой пипец, а. Да, действительно пипец. И они здесь ходят. Ходят рядом с нами. Надо аккуратно быть. Смотрите эти... Что? Оно смотрело на меня. Сквозь меня. Кажется, они не видят. Да? Значит, они слышат. А, напоминает, знаете, этих крикунов из... Из, господи, Last of Us. Они тоже там. Вторая стадия, у них ничего не видела. Тихо, сосуд не разбей. Так, ну если они не видят, значит, у меня есть хороший шанс быть незамеченным. Мне надо пройти сквозь них. Нет, ну вы гоните, ребята. Это уже чересчур. Нет, я не хочу этого делать. Может, есть какие-нибудь дополнительные пути? Спокойно. Он меня услышал. Нету, походу, никаких дополнительных путей. Надо будет идти именно так. Ух, ладно. Сосредоточимся и пройдем. Ведь это просто, да? Даже. Стоп, а здесь что? А, нет, ничего, показалось. Показалось просто. Напросто показалось.
Удивительно, что здесь творится такое. Это просто, знаете, это просто вау. И, блин, ну это круто. Раз они не видят. Давайте сохранимся, а? Отлично. Потихонечку, просто потихонечку, спокойно. Соблюдая расстояние. Шприц по пути взяли. Фух. Все. А теперь медленно, но тем не менее удираем отсюда. Фух, неужели это пройдено? Напряженный был момент, честно скажу. Почему везде балки, а? Ну, что за игра? Везде мы отодвигаем какие-то балки, а? Так, старая тюрьма, закрытая территория. Ну вот здесь, надеюсь, не будет этих пациентов больных, а? Твою мать, валим отсюда. Твою мать, сколько их тут? Твою мать. Что произошло? Здесь произошло, Эрин. Это ты натворила. Валим. Я не знаю куда, но просто валим. Нас кидает вообще из-за... Так, мы опять в какой-то параллельной реальности. И здесь эти заключенные. Так, сюда нельзя. Не знаю, это живой человек, не живой. Теперь понятно, почему ко мне приходят все эти видения, ведь мы с Эрин были связаны в тот момент. Ничего, я умерла. Так, а походу я тут не место. Даже правильно иду. Пациенты, господи. Закрыть-то можно дверь? Закрыть можно. Это радует. Хоть... Не показывай ему свой страх. Не дай ему понять, что ты уязвим. Неужели... Фу, капец. Какого хрена ты тут делаешь, а? Слушай, они страшные такие, до безумия просто. Я следила за тобой. Хотела стать такой. Но в этом мире уже есть один Гарт. А, да, она хотела быть на меня похожим. Похожей. Но девчонка слишком была надменной. Да куда нам идти надо, а? Везде эти заключенные, чтобы... Я хотела остановить ее. Я хотела спасти себя. Но они не дают мне проснуться. Так, нам наверх, да? Нет. Они заслуживают наказание. Так, удерживать Y, чтобы наблюдать. Да, вот, наверх. Конечно же, наверх. Мак сорвем. И опять мои фотографии везде. Взламываем замок в параллельной реальности. Что с нами происходит? Что Эрин хочет нам сказать? Вот в чем вопрос главный. Ой, тихо, тихо, парень.
Успокойся. Не надо быть таким чокнутым. Что случилось? Доктор, он умер? А вот Эрин. Не шуми. Он услышал тебя. Ну, неужели мы ее нашли наконец? Ой-ой-ой-ой-ой. Она наше будущее! Есть только один способ узнать. Барон, в особняк Нордкреста. Туда, где все начиналось. Что? Все? Нифига себе, вот правда, вот эта глава. Фу, вау, просто это шикарно. Это шикарная глава. Офигеть. Тут реально вот говоришь офигеть, потому что что-то необычное преподносит нам игра. Здорово. Ой, витрина трофеев обновлена. Ой. Если Эрин у барона, я должен попасть в особняк Нордкрестов до того, как туда ворвется толпа. Пора получить пару ответов. Особняк Нордкреста? Да. Это уже интересно становится. Ну что, я могу сказать, игра абсолютно другое просто направление взяла. Сначала мы спасали Басса, потом вдруг неожиданно мы поняли, что нам нужно куда-то Кэрин спасать ее. И сейчас вот Гаррет зацепился за эту мысльку, мне кажется, что Эрин еще жива и она в бароне Нордкреста. Барона Норкристов в особняке. Ну что ж, давайте тогда продолжим эту серию. Точнее, следующий раз серию. Блин, я заговариваюсь уже, ё-моё. Просто от эмоций, наверное, от пережитого мне реально понравилось. Пятая глава, она, блин, она крутая, супер крутая. Вау, просто вау, действительно вау. Я не играл неделю, и кто-то говорит, что надо отдыхать от Зифа. Я... Наверное, соглашусь, потому что постоянно в него нельзя играть. Иногда доза тупости все-таки, как в конце четвертой главы, ну там просто вот зашкаливала. А в пятой все настолько, ну, сбалансировано, что ли. Ну, просто нас тянет по сюжету. И именно вот в таких местах, в таких моментах Зиф расцветает, я бы сказал. Делается более интересным, и в него приятно играть. Ну ладно, на этом я серию заканчиваю. С вами был Влад. Надеюсь, вам понравилось то вообще, как, блин, эта глава, твою мать, проходила, потому что она была офигенной. Да, она была крутой, она была классной. Она была хоррорной, самое главное. Что необычно для экшен... стелс-экшена. Ладно, надеюсь, мы увидимся в следующих прохождениях. Ставьте лайк, подписывайтесь, если вам понравилось. С вами был Влад. Что-то я слишком много сегодня говорю. Всем удачи, всем счастливо, всем пока.